11-летняя жительница Текели Яна Адамова изучает культуру и искусство казахского народа. Девочка отличается от своих ровесников тем, что виртуозно играет на домбре и исполняет национальные произведения. В ее репертуаре более 10 кюев и народных песен. Песня о влюбленных Дударай – одно из любимых произведений Яны. Она часто его исполняет перед публикой. Интерес к казахским традициям у Яны возник в раннем детстве. Я когда в садике была, там у нас была домбра. Наша учительница одна играла. И мне очень она понравилась. Я впервые делом пошла в музыкалку. Яна ходила в кружок, где обучали игре на домбре и знакомились с казахскими песнями. Увидев ее любовь к искусству, опеку над девочкой взял заслуженный артист Казахстана. Мырзахмет Мукаманов научил Яну исполнению 15 популярных песен. Меня покорило ее желание изучать казахские народные песни. Эта русская девочка очень любит играть на домбре. Она быстро схватывает. К примеру, научишь ее одной песне, на следующей неделе она ее уже исполняет. Юная певица неоднократно побеждала в разных творческих состязаниях. В конкурсах «Гумырдария», «Жулдыз Арт», «ЖТСУ Жулдыз Дары», «Бала Алеми» она завоевала гран-при. Во всех начинаниях Яну поддерживает мама. Я не настаивала сама. И против не была я никогда. Началось с того, что мы-то не знаем, в принципе, что за инструмент. Мы в первый инструмент пошли, купили на базаре. Ужасный просто инструмент. Он большой, и вообще, оказывается, не играет инструмент. Заказали и вот этот вот маленький. Сейчас нам нужен хороший инструмент, она с него уже выросла. Молодая исполнительница до 4 класса получала знания на русском языке. Однако уже полтора года она учится в казахском классе. Чтобы исполнять казахские песни правильно, я перевелась в казахский класс. Изначально было сложно, но сейчас уже все хорошо. После 9 класса поступлю в музыкальный колледж. Семья планирует переехать в Талдыкурган, где есть специализированные учебные заведения, чтобы Яна могла получить профессиональное музыкальное образование. Марина Золотарева, Шенгиз Калиден, Куаныш Тургенбаев, Алматинская область, Хабар 24.